сложно должно математически разложиться. Динамовцы в атаке. Подача в штрафную площадь. Кузьмин борется за мяч. Борьбу эту проиграл. Здесь может быть жесткий стык. Первый на мяче оказался Смолов. И выход из обороны в атаку. Хороший может получиться у Краснодара. Хорошая контратака. Передача в центр. Ахмедов слева. Ари Ахмедов. Ахмедов. Ну, доигрывать нужно. 4-1. Это разгром. Ахмедов как все сейчас исполнил. Блеск просто. Шикарный гол. Сначала, конечно, здорово сыграл Перейра, не отдал во фланг, тем самым обострив, сделал паузу и тем самым отыграв Морозова. И отдал здоровый пас на Ахметова. Но это уже вот это гол чисто краснодарский. Контратака, красиво, через центр, как они хотели этого. И что у них получается больше всего. И Ахметов не поторопился, не отдал передачу опять. Выбрал. Хотя, казалось, передержал. Казалось бы, да, уже, ну отдай, отдай. И Морозов, которого мы хвалили, сейчас, мне кажется, не понял, что ему делать. То ли вываливаться, страховать, прессинговать бьющего, или все-таки держать свою зону, потому что у него за спиной игрок был. Не, на самом деле, это два центральных защитника «Динамо» упустили Ахметова, а Морозов держал своего игрока, и он не мог выбросить, потому что последний...